Приветствую всех подписчиков. Сегодня получил западок. Заказывал его около месяца назад, пока его сделали, пока дошел. Вот такой маленькой посылочки. Сейчас будем распаковывать. Наша почта России. Упаковал его. Надеюсь, доехал в целости, в сохранности. Очень легкий, даже пока вот еще не открыл, очень легкий. Все не знаем уже, как бы, ну, не совсем пора, но уже можно начинать ловить птицу. Такого конкретного перелета еще нету. Ну, первое, что я приобрел западок. Сегодня, наверное, у родненького закажем сетку. Как раз он переписывался на днях. Относительно сезон хватает спокойно, на сезон, на два. И западок, в принципе, я думаю, будет достаточно. Мне до этого был западок, как это называют, автоматически, который захлопывался. Но на такую птицу, как чижик там, ну, не всегда он срабатывал. Даже на щеглов он не всегда срабатывал. Бывали такие свои небольшие заморочки. А это уже такой проверенный старый способ. Но таким я еще ни разу не пользовался, даже понятия не имею, как его ставить. Ну, сейчас посмотрим вместе, глянем. Так. Очень такой хрупкий, кажется, он на первый взгляд. Очень такая аккуратная работа, посмотрите. Такой западок. Так, это все уберем мы. Вот так он у нас смотрится. Здесь дверь такая у нас. Тише, тише. Так. А, все. Вот так открылось. Так, все, птицу поставили. И так закрылось. Очень такой хороший, надежный замочек. В принципе, это постоянно будет заморочки. Так, как оно у нас действует? Так. Так. Этим сейчас все надо будет разобраться. Сейчас я поставлю паузу, присмотрюсь к этому и уже вам покажу, как он будет в действии. Так, вроде бы разобрался с этим механизмом, так как сталкиваюсь в первый раз. Конечно, автоматическая, она более удобная, но я вам скажу, в плане того, чтобы ловить птицу, там чижей и вообще любую, очень удобно. Вот так ставится, к примеру. Это одна сторона. Сейчас давайте другую сторону покажу я вам. Также вот другая сторона. Тихо. Не шали. Ну, к примеру, вот так, да, что-то. И вот возьмем такую вот бумажку легкую, там сколько она весит, я не знаю, 2-3 грамма. Думаю, чижик потяжелее, да, к примеру. И вот да, вот. Все. Видите, одна захлопнулась, другая стоит так же.
У автомата, например, бывает часто, что одна кола захлопывается, за счет этого захлопываются и другие. И вот, и все. Вот такой вот замечательный западок. Обошелся он там, в общем, в пределах там 2000 рублей. Я приобрел, ну, думаю, на днях выставлю, поставлю птицу, посмотрим, что и как она себя уже проявит на самом деле в употреблении, точнее, в использовании. Все, всем спасибо. Будет время, там у меня еще есть видео про орла, этот белоголовый орел. Такая небольшая история случилась. Если что, будет время, я как-нибудь смонтирую видео и также с вами поделюсь. Ждите.